20 июля в городе Одессе пройдет международная конференция «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины». Конференция приурочена к 170-летию со дня рождения и 25-летию прославления преподобного Гавриила Афонского, одесского чудотворца. Мероприятие состоится на территории бывшего афонского подворья Свято-Ильинского скита, построенного преподобным Гавриилом, и где покоятся его мощи. Ныне это Одесский Свято-Ильинский мужской монастырь. Форум призван способствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению, изучению и популяризации афонского наследия и традиций исихазма, их роли и значения в истории и культуре Украины, народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока. В работе форума планируется участие богословов и ученых из разных стран мира. В рамках проведения конференции состоится открытие выставки «Одесса и Афон. Духовные связи». 21-22 июля, ко дню памяти преподобного Гавриила Афонского, одесского чудотворца, по случаю юбилея состоится торжественное богослужение в Свято-Ильинском мужском монастыре, где хранятся мощи преподобного Гавриила. Адрес: Украина, город Одесса, улица Пушкинская, 79, Одесский Свято-Ильинский монастырь.